Здравствуйте, ребята! Студия Пирады Самкару приветствует вас, и я, Майя Гирсани. Майя, здравствуйте, Майя! Ам сигзе гэрэрогаги цивдэба чит сраундакна. Хугал приндэмуды яхат пылквэкнэпш. Раз малабараке вам дэс, расхадам! Подожди, Винни очень замёрз. В общем, простыл. Капсель? Не умеет летать, а то бы полетел в теплые страны. Хо. Но не только ты один не умеешь летать. Мы сегодня, наверное, будем рисовать других птиц, которые тоже не умеют летать. Но они из севера, из Антарктиды. Пингвины. Пингвины взвхат. А? Да. Пайми. Просто интересно. Мы будем рисовать, ребят, пингвинов Шкипера, Рико и Ковальского. О! Ну, начнем. Ковальского. Опять геометрические фигуры. Мы вспомним, как выглядят эти пингвины. Они все разного размера, что самое интересное. Смотрите, вспомним. Смотрите, вот такая форма. На кого он похож? Пошёл, Витькаус. Смотрите, шкипер. Там вот эта форма у шкиперс. Вот такая форма. Следующий. Это Рико. Он приблизительно такого же размера, как шкипер, но состоит из других форм. Тут уже две формы. Если он полностью из одного квадрата состоит, то Рико – это два шарика. Один шарик поменьше, а второй шарик – именно шарик. Потом мы соединяем вот так вот. И делаем вот такую, у них такое впечатление, что шапочка одета. И следующий экземпляр, то есть худяхуров. Да. Так, вот у него такие крылышки, смотрите, вот. Птеби. Ведь малобарки зубчи. Ну? Ну, ану, хохедат бавшебом. Джермонишна, майком оставлебома, шендек дахата. Птеби. Куди витру акт таузе, твалеби. Нискарти, меромаги, сети, маграм пуче. Треугольная такой формы, у них ротики. Можно даже чуть-чуть вот так вот сделать выше, чтобы они улыбались. Хо, и циньян. Вот так. Вот у них вот такие крылья. Они у них есть, но они не летают. Посмотрите, ребята. Вот так. И вот такие вот. Два треугольника только вот углом вовнутрь. Смотрите, два треугольничка углом вовнутрь. Эсори сам кутхеди. Вот такие ласты. Ан пехевира. Вот такую палочку делаем. Молнишнет. Вот так. Кофиговагетет. И треугольник сверху, и чуть-чуть меньше треугольник снизу. Сам кутхеди зевиден отсюда, патара сам кутхеди квевиден. Вот такой клювик получился. Два шарика вместо глаз. Вот так и вот так. Но будет лучше, если будут друг на друга смотреть. Смотрите, он посмотрел вот сюда на шкипера. Это Рико. Похож? Рико, стаухата сисети тварлеби, но титко сухурев шкиперс. Похож. Так, теперь мы рисуем Ковальского. Он самый высокий, поэтому надо отметить его выше ростом. Ага, кюхатал Ковальский. Вот отсюда до сюда. Тут уже такие продолговатые два яйца рисуем. Вот здесь будет он шире, а вот сюда немножко сузится. Смотрите, вот так. А рисану кверцхи, вот как мутриалы були. Ха! Кверцхи себури. Ха! И наоборот, смотрите, вот это тело будет вот так и вот так. Смотрите. Эскитани. Вот, ребят, чтобы виднее было. Ох, это вообще был. И опять-таки ножки, треугольники, только углом вовнутрь. Смотрите, мы соединяем вот так вот. И сделаем опять вот такую шапочку. Смотрите, шапочка. И опять треугольничек. Смотрите, туча вилсы. Нискарты. Хо. Хорошо. И глазки. Мы его тоже сделаем так, чтобы он смотрел. А вот его сделаем, чтобы он на них смотрел. Вот между ними получится. Какая и была. И синяк молится уровень. Крылышки не забудьте нарисовать. Но чуть-чуть длиннее. Он же высокий, и крылышки у него длиннее. Вот так. Взяли за ручки. Посмотрите. Хелчачи дебулевиария. Рахан, Ковальский, Арисхуазе, Махали, Масу, Фрод, Грдзелюб, Тебе, Кнеба.
Потом вы это, уже потом, когда все нарисуете, я просто заранее сделаю, чтобы было виднее. Чтобы было виднее. Майкомас. Да. Там сходно, мумксенера. Ну, давай я тебе помогу. Значит, ты уже согрелся, у нас так тепло в студии, что ты уже согрелся. Хо, да, схаха, если камлет в хатал, то там сходно. Вот, смотрите дальше. Здесь мы тоже вот так вот сделаем эти шапочки. Им обязательно надо будет... И крылышки тоже темного цвета у них. Представить муки пересадку с чумпингунепс. Меговрегу, ардагавиц клы далай, тот чуэрни дэви, да гамагзонат ткуэрни намушеврэби фейсбук скверце. Присылайте, обязательно присылайте. Наши пингвины будут очень рады увидеть свои портреты. Откуда так, а у хардыба? Так, пингвинов мы нарисовали. Вот здесь вот так можете сделать. Смотрите, ребята, это же ласты такие у них. Лапки такие. Они у них красные, можно оранжевыми, можно красными. Желтыми или оранжевыми можете разукрашивать клювы. Так, теперь давайте мы их поставим на такие вот. Смотрите, вот так сделаем. И вот так, смотрите, вот так, вот так. Это будет льдина, на которой они стоят. Майкл, вот. Астролбомамиухата. И садгли садаться синитгана. Посмотрите, здесь тоже можем рыбку. Помните, мы рыбку рисовали, которая вот выглядывает? Вот такие губки Темзи. Рыбки. Они же рыбку кушают. Они очень любят рыбку. Хо, залену горпинжу не встаю. А вот здесь они уже эту рыбку поймали. Уй, укатай через эти темзи. Вот так, посмотрите. Но те горы, которые вы нарисуете, это не горы, а льдины. Там везде один снег. И какими цветами вы будете рисовать? С теми голубыми. Еще желтые цвета очень хорошо подходят. Темно-голубой, сиреневый можете использовать. И посмотрите, потом снег. Очень хорошо, если вы тут нарисуете снег. Ну, какая картина у нас получилась? Посмотри, Винни. Понравится нашим друзьям. Откуда залила мазия? Чем язык поушепся с камула? Вот так, ребята. Так что под нашу музыку, которую мы вам предлагаем, вспомните мультфильм. Фильм, он очень интересный. И нарисуйте, пожалуйста, наших друзей Шкипера, Рико и Ковальского. Мы ждем от вас ваших рисунков. Че вы лады, биткоин на катерс. До встречи. Бомолча, Федрам, до свидания.